Первый грех, посредством которого ослушались Аллаха, на недостатков и возвышен, это зависть. Она была от Иблиса. Он позавидовал Адаму, мир ему: Ты видишь благо у своего брата. Что тебе делать? Скажи: Да, сделай дуа о баракате для него. Желаешь чего-то? Проси Аллаха, ведь Он богат, причистун от недостатков и возвышен. Почему ты питаешь злобу к своему брату? Почему ты завидуешь, что мне делать, когда я вижу благо у своего брата? Делаю два за него о баракате.